Продолжаем выпуск. В текущем году в 1062 махалях Ферганской области за счет реализации более 3800 проектов запланировано создание 69 тысяч новых рабочих мест. Речь идет, в частности, о строительстве объектов для оказания различных видов услуг, число которых сегодня значительно увеличилось. Очередной такой адрес появился в Бувайдинском районе. О возможностях и условиях нового комплекса в материале программы. В ходе визита президента Шавката Мирзиёева в Ферганскую область 12-13 мая текущего года были расставлены очередные важнейшие приоритеты. Подчеркнуто, что в 2022-2023 годах в регионе будут реализованы 1268 инвестиционных проектов в промышленности, сфере услуг и сельского хозяйства. Один из выбранных адресов – Бувайдинский район, где насчитывается 55 махалинских сходов граждан. Объем охвата сферы оказания услуг составляет 90%. Занятость свыше 10 тысяч граждан приходится именно на это направление. Улучшить показатели позволит и новый проект, запущенный в центре района. Сдача в эксплуатацию комплекса площадью 3,5 гектара и предусматривающего оказание различных видов услуг стала поистине приятным подарком для бувайдинцев. Хочется поблагодарить нашего президента Шавката Мирамоновича за созданные возможности для предпринимателей. Это не может не мотивировать человека. Благодаря такой поддержке руководителя страны мы и смогли открыть данный центр, где посетителям будут оказывать свыше 20 видов услуг. Здесь есть пункты общественного питания, детская игровая зона, магазины. В нашем развлекательном центре приступили к своей деятельности более 40 предпринимателей. У каждого из них как минимум по 2-3 рабочих места. Ну а в супермаркете были обеспечены работой порядка 60 человек. Ресторан национальной кухни позволил трудоустроить почти 100 человек. И это далеко не полный список созданных здесь рабочих мест. В нашем районе зарегистрировано порядка 4700 предпринимательских субъектов, свыше 1300 из которых ведут свою деятельность в сфере оказания услуг. Если в 2021 году доля сферы оказания услуг составляла 578 миллиардов сумм, то в этом году планируется довести этот показатель до 735 миллиардов сумм. В этом немаловажной будет и роль нового торгового центра. Также это важный фактор в обеспечении занятости. В частности, в данном комплексе будут трудоустроены свыше 500 человек. Новый, уютный, универсальный. Именно так описывают бувайдинцы данный адрес. По словам местных жителей, подобные современные комплексы еще лет 5-6 назад казались нереальными и просто непозволительной роскошью. Осуществляемые в последние годы реформы доходят даже до самых отдаленных районов. Такое ощущение, будто мы находимся в столице, потому что созданные здесь условия ничем не уступают столичным. Отрадно то, что наряду с преобразованиями обеспечивается доход многих семей, создаются рабочие места. Здесь получили постоянную работу еще 500 молодых людей, в числе которых и я. Мы искренне благодарны за эти возможности. Нашей радости нет предела. Безусловно, в основе всех проводимых работ – честь и достоинство человека. Главная цель всех реформ – обеспечение благосостояния народа. Ведь несложно заметить, что вместе с огромными преобразованиями создаются сотни тысяч новых рабочих мест.